Все митинги в Одессе сегодня под запретом. Таково решение Одесского окружного административного суда. Таким образом, было удовлетворено требование исполнительного комитета Одесского городского совета к ВО «Свобода» и другим организациям. Как пояснили в суде, они хотели проводить свои собрания в одно и то же время и на одних и тех же улицах, что могло вызвать негативные последствия для самих партий и жителей города. Напомню, националисты из «Свободы» планировали проводить марш в память о бою под Крутами в формате факельного шествия. Между тем, заявки на проведение мероприятий в том же месте были поданы от целого ряда организаций, в том числе и представителей антифашистского комитета.